Азербайджан подготовил и представил Армении проект договора по мирному урегулированию. Об этом в понедельник заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым передает ТАСС. Азербайджан на основе пяти базовых принципов подготовил проект договора и представил армянской стороне. После этого прошло два раунда переговоров. Хотел бы также проинформировать, что третий пакет комментариев азербайджанской стороны уже представлен армянской стороне, сказал он. Как отметил глава МИД Азербайджана, третий раунд переговоров между республиками может пройти до конца 2022 года. По словам Байрамова, Азербайджан нацелен на скорейшее разрешение конфликта с Арменией. Азербайджанская сторона максимально настроена и нацелена на скорейшее решение этого вопроса, когда мы говорим про мирный договор, сказал он.